Так, друзья, снимаю вторую серию этого фильма. Вот чуть-чуть по-другому назвать. Не состоявшаяся сенсация. Посмотрим. Ну, и сейчас, в данный момент, я продолжаю. Итак, где мы были? Ага, вот это вот, видите, написано. Фото 2022. Вот мы остановились вот тут. Последний я показывал вам. Вот эти вот надломанные и полностью уничтоженные мои абрикосы. Пришла пора. 30 лет. Урожай такой, что надломало. Следующее надломало. А вот с этого момента я вам показываю сад пианиста. Значит, сейчас я найду. Это его черешня. На самом деле это черешня года. Вот они. Вот, это Елена Александровна Савинична, аспирантка, моя подруга, моя ученица, моя помощница, я ее дочкой называю, и по делам. Вот, она единственная знает, где находится этот полузасекреченный сад, а вот и хозяин. И вот получается так, чтобы вы знали, произошло есть такое слово в физике, в химии, называется диффузия. Эта диффузия привела к тому, что был вначале сад железа, потом почти все переехало лучшее, подчеркиваю, не все, но лучшее, в сад Чернобаева. Потом к нам присоединился Тоторов, нас стало трое. Вот. Потом я нашел пианиста, это называется «Счастливый случай». Вот. Сидит человек с роскошными абрикосами на рынке. Вот. А так как это самое, у нас народ не богатый, дешево продавать жалко, дорого не берут. Вот. Разговорились, познакомились. Чьи абрикосы оказались саженцы? Жаринова и Филиппева. Я сейчас их покажу. Вот. Это стал четвертый. Имею право, имею. Тогда я спрашиваю, откуда эти самые. Вот. Когда я имею дело с этими питомниками, уже фальшивыми. Я тогда вопрос задаю, откуда дровишки? А это не дровишки. Саженцы-то от самого Бодлера. Вот это пианист. Фамилию не хочет светить. А профессия пианист. Для всех теперь он пианист. Пятый кто? Бодлер, потому что черешня от него. В том числе. Вот. А кроме этого, с Бодлером меня объединяет дружба и взаимообмен, та же диффузия. Хорошее слово для садоводства. Диффузия. Он мне то, а я ему это. Получилось. Два сада получились лучшими в Сибири. Не, ну как звучит, да? Благодаря диффузии. Я ему, он мне. Поняли, да? И так я загнул 5 пальцев. И теперь, раз уж получилось, что я имею полное право, учитывая, что мы одна команда, говорить, это не он, это не я, это наши. Вот эта девочка, она есть, Александра Савинична, для меня девчонка, что там, говорит, для вас, может, солидная дама, это, через пару лет кандидат наук. Вот. Ну, единственная из этого официального бомонда, которая не только не это самое, не отрицает все, что мы сделали, а наоборот, пропагандирует. Ну и даже одни фотографии чего стоят. Итак, мы с вами видим. Бывший академик. Теперь это разновидности. Когда настроение хорошее, называю академиком. Когда я перестаю стесняться, называю крупноплодной железой. Вот так вот. Смотрим дальше. Ну, это понятно, все там же, у пианиста. Сейчас я покажу, где разделяется, где начинаются мои. Вот. И вы еще окажетесь. Сейчас сенсация впереди, друзья. Вот, полюбовались, вот, это все еще у него, вот, черешня все еще у него, черешня Боднера, я придумал другое название, черешня Боднер, имя собственное я хочу увековечить, потому что наука клянчила косточки, черенки, и все это сгинуло, вот, когда Боднер незадолго до смерти, Горько сказал, Константинович, мы обшарили весь интернет. Меня нету.
А я же ему говорю, я же снял про вас два фильма под названием «Рядом с великим». Великий — это он. Статьи про него писал. Вот. Он говорит, это все мелочь, правильно? Ушел человек, вот его творение. Знаете, вот, сюда очередь должна. Как? Ну, раз я знаю. Значит, я бы у него каждое такое дерево бы, ну, по миллиону бы заплатил, сказал, теперь это наше дерево. Табличка. Хозяину не трогать. Руками не трогать. Вот вам миллион за этот. Миллион. Дальше смотрим. Вот оно, это дерево. Вот. Это все одно. Это было два мощных дерева. Три было, теперь два осталось. Вот. А это, знаете что? Это уже я ни при чем. Поздний Филипп, но мы же с ним диффузия, поздний Филипп попал ко мне, от меня к нему. И получается, смотрите, вот он еще зеленый, это поздний Филипп, это как 100-граммовый средний вес. Чудеса. Вот. И мы никогда ничего чужого не присваиваем. Мое — это мое, Филиппио — Филиппио, Боднера — это Боднера. Вот. И, наконец, я вам показываю такую интересную вещь. Вот этот человек, не будучи никаким селекционером, взял и косточку то ли академика, то ли королевского, то ли Филиппева, скорее Филиппева, видите, зеленый еще. Косточку посадил, выросло дерево. Да, плоды в 2-3 раза мельче. Но вкусные, я же еще у него потом был 2 раза. Вот. Вот это вот я отвлекся, я должен был, конечно, повторить про свои, но впереди еще сотни фотографий моих. А обойти такой случай я не мог, потому что, еще раз говорю, диффузия — это все наше. Вот. И даже вот этот вот сенец, выросший и давший мелкие плоды, заслуживает пристального внимания. Как доказательство того, что мы дикарей из косточек не выращиваем. Нам такое обвинение выдвинули, сказали железо. Его косточки выросшие дадут, цитирую, выпускницу Тимирязевки, дадут, значит, жердели и дички, а значит, Железов занимается мошенничеством и обманом. И косточка еще у него 1000 рублей стоит. Это уже, знаете как, чтобы до конца меня припечатать, наглая ложь. Всего лишь 50 раз ошиблись. Главное, чтобы мне не покупали косточки. Ненависть прямо аж, прямо как это называется, сочится с экрана. Вот это вы видите. Это сенец. Но вкусный. 30-40 грамм. Это еще у него. У него. У него. Видите вот эти вот носики? Это потомок академика. У него. У него. Все академики. А это уже этот самый. Он еще зеленый. Поздний Филиппио. Вот. Королевский. Видели, да? Вот. Теперь. У него еще есть 2 сорта. Он назвал ранние. Возможно, нет. Ранний должен был упасть. Один безымянный. Вот, скорее всего, это безымянный. Вот. Ну, краса. Господи, наука. Неужели так и не проснется? Неужели не проснется? А теперь начались, теперь мы в моем саду. Видите, это мой почетный гость, великий сказочник. Кажется, Лепешкин фамилия. Вот бы сейчас набрать. Вот. Мне его слухи довели его до меня. И мы друг другу интервью даем. Так, ладно. Теперь уже черешни мои. Но это брянская розовая. Видите, дата уже сменилась. 18-19. Мы в моем саду. Вот, она пожиже, тут не отнимешь, ее пылять некому. Вот. Рухнула ветка. Это мой сад. Это я, может быть, даже в первой серии где-то тут-то и заканчивал. Но сейчас я подробнее рассказал про пениса, так что простите меня. Один из сыновей Маджорса. Вот. Видите, что нету штамбов, что деревья растут прямо от низу. Так и должно быть. И вот это тоже мое. Вот. Это забор с соседом. Там жил Володя. Он погиб на пожаре. Осталось от него десяток мощных, огромных вишен.
Никто ни разу не подошел, не полил, не удобрил. Ни одну веточку не отрезал. Каждый год такое творится. Каждый год. И 98% достается птицам. Соберем мы уже ребенку 600 рублей получили. Собери мне ведерко. Ну, пол ведерка соберет. А больше не надо. Косточки никому не нужны. Нужны, но редко кому. Вот. Вот еще мой сад. Вот еще мой сад. Вот еще. Вот что это по фотографии значит? А, знаете почему? Я крупный план сделал, чтобы вы видели. Никогда, нигде вы не увидите у меня грибов на листьях. Никакой парши, никакого манилиоза, никакого микоза. Ничего вы не увидите. Вот. Я не убирал эту ветку. Они все такие. Обратите внимание, дождь. Вот. Снова я. Да, я это показывал, вам показывал, но не так подробно. На дальнем плане вон и летнее укоренение. Шелковица, видите, под бутылками. Да, показывал я. Ну, ничего страшного, я всего несколько минут потерял на это. Вот этот сад я рассказывал, я его выпилил, вот эти деревья, потому что садить больше некуда. Груши. Да, показывал, только сейчас дошло. Чикатилинские абрикосы. Снова рухнуло. Вот. Эти еще зеленые. Так всегда бывает. Одни уже лежат на земле, другие зеленые. Часть питомника Сергея Железова. Вот. На Косогоре раньше созревает, видите, 22 июля. Вот. Снова груша. Обратите внимание на абсолютно здоровые деревья. Вот. Под ними, под каждым, муравейник, подчеркиваю, под каждым муравейник. Вот. Ничего не то, что здесь вам кажется земля, это просто коса так чисто берет, что починила черная земля получается. Так косит Андрей помощник. Вот. Ну, конечно, муравейники страдают, но муравьев хватает. Они лазят по деревьям, они патрулируют. Они не дают никакой живности грызть листья. Убедились? Убедились. В воде палка воткнут. Видите, я подробнее, чем первая серия. Вот здесь вот. Здесь ничего нет. Здесь одно за другой погибло два дерева. Один абрикос и одна груша. Потом я померил уже задним числом рамками, и оказалось, что это гипотогенная зона. Поставь здесь кровать, допустим, дом и кровать. Вот. Ну, рак, как минимум, преждевременная болезнь, мучительная смерть. Вот. Ау, наука, вы этого не знаете? Приходите, научу. Вот. Жаль, что это никого не касается. Вот те, кто имеют вот эти сильные мира сего, современную медицину, они ничего не боятся. Но многие из них в своей жизни доживут. Вероятность попадания, нахождения рабочего стола, кухонного стула, стула это самого, на котором сидит у телевизора, особенно в спальне, особенно для кровати, она не эмфическая, на несколько процентов. Многие из вас не доживут, потому что вы этого не знаете. Вы верите, что вас спасет медицина. Вот. Многие из вас, когда обнаружат рак, цирроз печени, старшие болезни, вам подумаете, ну и не судьба. Это еще авось медицина спасет. Единственное, что вас ждет, эти самые господа, эти медицинские генералы, ученые генералы, академики, чиновники генерала, образа генерала. Сильные меры силы. Это пышная похорон. Вот это вам гарантировано. Но когда вы будете лежать в могиле, вы так до самого могилы не узнаете, что гипотогенная зона – это реальность. Вот так. Видите, я вторая серия вроде повторяюсь, но уже более серьезно говорю. Это я уже говорил. Вот это по железу надо так оставлять. А этот товарищ учит, как уничтожать деревья. Он не ведает, что творит. Хороший человек, наверное. Но его так научили. Своего опыта нет, поэтому он берет и дерево калечит страшно. Вот, видите, что натворил. Якобы правильно. Сейчас она обрастет, заплывет. Вот, не знаю, вот кукиш показывает. Это не вам, ему. Что ж ты творишь-то? Сам не знаешь, и людей учишь. Вот, ну, школьная видная.
Это все-таки, я не все про абрикосы, потому что это же просто рабочий материал. Вот это не груша, это ветка свисает. Я его показывал раз 10. Чистое вранье. Нету колдовидной груши на планете ни одной. Нету, нету. Видите, сколько питомников присвоили эту фотографию. Только потому, что на самом деле нету, приходят фотографии воровать друг у друга. Очень дружно занимаются. Про это я говорил. Вот. Это ошибка, да, кандидат наук? Наверное, хороший человек. Но штампы, особенно у черешен, такие делать нельзя. Ветки должны начинаться от самого низу, прям буквально от земли. Тогда долгая жизнь. Вот. Ну, видите, я в прошлый раз пропускал, в этот раз стараюсь как-то не пропустить. Пусть будет лишний фильм. Невестка Татьяна Александровна. Вот скажите, она украшает сад или сад украшает ее? Как будто специально, но не специально, у нее такая блузка такого цвета. Чем-то, наверное, напоминает фею. Настоящую фею. Не вот те феи, которые уничтожали муравейники. Ой, что они творили? Боже мой. Грибли, ведь, ой, я уже столько рассказывал про них. Вот настоящая фея. Вот. Ну, а дальше кусочки сада. Этот кусочек. Посмотрите не на девочек. Хотя, конечно, не каждым девочкам такое счастье жить в саду настоящем. Посмотрите дальше, что за ними творится. Видели? Вот это дерево, которое за ними, у него осталось жить год-два. Вот. Оно дало сотни ведер. Я не преувеличил. Вот сейчас на ней висит всего лишь там ведер 15, да? 15 нет. Вот. Несколько веток отсохло, пришлось отрезать. И дальше ждет еще, нет, год-два мало, до 5 еще побудет. Но потом все-таки пила. А вот смотрите, влево, видите, растет замена. Посмотрите, какая, какие должны быть саженцы. Никаких штаммов. Прививка у земли. Приглядитесь, у земли, все у земли. Вот это и есть настоящее садоводство. А человек берет вот тут вот. Вот скажите, за каким уже материалом, зачем он это? Чтобы показать, как правильно отрезать ветку, он взял и скорее всего, ради чего? Как рука поднялась? Вы знаете, что это такое? Вот. Я не знаю, как он его назвал, это дерево, но то, что я вижу, больше всего подходит слово черешня. А у черешен якобы очень много веток. Вот эта дурь несусветная, я уже не буду тебя жалеть. Зачем ты вылез на экран? И сколько людей ты это научишь убивать деревья? О, снова моя фея. Теперь на перчатках. Работать надо, Танечка. А куда денешься? Фотографию эту пропускаю. Она учебная. Видите, почему нельзя что-то делать тиран, как тот товарищ? Видели почему? Нужны комментарии. Это чистейший маньчжурец, то есть наиболее похож на маньчжурца плоды. Они все равно жалуются как. Ой, такие вкусные, а чего они у вас гниют? А их только на косточке. Жердель с Украины. Вот так собирали целиком. Опять столько нападало. Обычно вот здесь вот примерно 12 ветер. Вот сейчас. Потом собрали, снова 12, третий раз 12, а потом уже переставали считать. Телевидение свидетели. Вот. Саженцы абрикоса, маньчжурский фаина. Что вам сказать? Нет такого маньчжурский фаина. Есть просто фаина, есть просто маньчжурский. Слышали звон? Знают, что слово маньчжурский я раскрутил, слово фаина я придумал. Теперь, пожалуйста, оно ушло гулять по просторам. Назвали это элитный сад. И люди купят за 580 рублей. Ну, дай бог, чтоб у них... А, так где же они это? Они же все эти... Если... Ну, как сказать так? Ну, 95%, какая вероятность, что это привезли с юга? А 5%, я не знаю. Если повезет кому-то, что? Но у них есть один недостаток. Они никогда не показывают фотографии или фильмы, снятые в своем матушем саду. А значит, возникает вопрос, есть ли он? Задавайте эти вопросы, пожалуйста. Видите, вот вверху в самом, где у меня стрелочка.
Два телефона. Позвоните, скажите, я у вас слитый сад. Я хочу, я знаю, что манжурский это знаменитый, фаина знаменитый. Только фаина 80 грамм в среднем, а манжурский 20 грамм в среднем. Вот. Как они умудрились вот эту смесь бульдога с носорогом сделать, это они скажут, да мы же их скрестили, да у нас потомство, да у нас теперь не манжурский, у нас теперь не фаина, у нас теперь гибрид манжурский фаина. Могут и так сказать, хотя я в это не верю. Вот. Но пока не покажут фотографии маточного сада, переписку наладили, эмайл свой, давайте присылать фотографии маточного сада. И чтобы чья-то морда была. Вы понимаете, зачем нужна чья-то морда? Назад листаю. Вот почему. Чтобы знать, что настоящий маточный сад, и он есть. Видите, я превратил это не в сенсацию, а в учебу. Вот то, что на земле вот эти, это у меня их таких сотни ведер, мы вернули обратно в природу. Мы косточки сгноили, косточки выковали. Вот. Перед вами, кстати, о, вот это, кстати, есть фаина. Посмотрите, в этом году она мелкая. Засуха была дикая, все мелкое. Вот. Персики, ну а что, персик как персик, сало как сало, что его пробовать? В данном случае не укрытый. Вот. Ну, теперь смотрите, что такое вкусный абрикос. Перед вами вот сейчас сходу они у меня так, извините за выражение, перетрахались. Они так, видно, изменились. Простите меня, это уже не матерное слово. Сейчас весь эфир. Сейчас статьи, книги, журналы, фильмы, разговорная речь полностью по это самое, перекрыта матерными словами, насыщена. Вот. И я применил народное слово. И получается следующее. Еще не поняли, о чем речь? А о том, если птица клюет плод, это высшее качество. Высшее. Это дегустация. Птица-дегустатор. Поняли, да? Ну, а дальше, если прилетите, туда попадают теперь следующий этап. Это муравьи. И жрут, 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 жрут. Но муравьи – это самая ценная вещь в саду. Величайшая дурь, глупость невероятная, подлость, предательство. Но главное, они не то, что нарушены, они невежи, они ничего не знают. Вот. Придуманы сотни людей, нет, сотни наименований ядов, которые применяют по уничтожению муравей. Самое страшное, когда не просто не дают им залезть на дерево, а уничтожают муравейники. Переселять или не надо? Уксус, солярка, пожары. Вот. Жуткая вещь. А то, что муравьи едят спевшие фрукты, это тоже дегустатор. Что попало, жрать не станут. Хоть малейшая кислинка ему есть. Теперь вы поверили, что это шедевры в моем саду. Так. Шелковица. Это называется лучше... Нет, не так. Это называется укоренение. Она замерзла. Целый год сидела. Так. Ну, как сидела? Вот сидит себе и сидит полузасохшая веточка. А потом бах, все-таки пережила ту 40-градусную зиму. А следующая зима была теплая. И она воспрянула. Вот видите, сухие ветки. Не обманываю. Смотрите, полностью я считал, что они мертвые. Раз, два, мертвые. Вот сухая ветка, вот сухая ветка. И все-таки выжили. А теперь в этом году что будет с ней? Не знаю. Она еще не пересажена. Ей уже третий год. Отстала на год в разбитии из-за той страшной зимы. А снег у нас редко бывает. И получается так. Опять не было снега. 3 сантиметра при 30-32 градусах мороза. Уже в этом году. Это было декабрь. Почти весь декабрь. Сейчас вот теперь. И выпал первый снег сантиметров 20-25. И может быть, он ее успеет прикрыть. А может, она снова мертва. У нее она укорененная, у нее корни короткие, это ее слабость. Но сеянцы выращивать бесполезно, получаются мелкие дикие плоды, а культуры настоящие плоды, это я брал укоренил ветки с культурной шелковицы. Однодом, то есть, которая, нет, как называется, это та, которая сама себя опыляет, это огромный плюс. Идем дальше, я все коротко. Пока пропущу, ладно. Это отдельная тема. Вот. Не смотрели, что такие торчат эти самые пни.
Что делать? Возраст. Мало того, что торчат, он говорит, это дерево уже не существует, оно уже выпилено. Вот это была осень, ну не осень еще, вторая половина лета, а сейчас выпилено. Почему? Мне пришлось избавляться от 15 деревьев, чтобы освободить место. Вот так, друзья, это горькая правда. Меня даже за это уже критиковали. Хотя я всегда пишу правду. Вот когда-то придет к нам человек, достаточно властный, который скажет, как когда-то Ельцин, берите земли сколько хотите. И всю землю бесхозную раздать людям, а дальше случится следующее. Вот эту страну, которая сейчас полубомжи, полубичи, половина нищеты, защищать не будут, если дойдет до большой войны. Вот. Пока это еще не война, это так, операция. А когда это случится, если не дай бог, то вот, только тогда люди возьмут, как когда-то вилы, а сейчас возьмут охотничье ружье, вот, вместо вил, вместо кос, и скажут, у меня есть земля, у меня моя земля, у меня есть родина, у меня есть сад, огород, у меня есть личный дом, не вот эти 9-20-этажки, которые вымерзнут, любую войну замерзнут, и люди, миллионы будут где-то находиться в этих самых, в эмиграции вымирать вместе с детьми. А вот это, если все 1,5 миллиона человек будут иметь свой дом, все, включая женщин и детей, возьмут в руки оружие. Не отдадут. Вот и такая родилась у меня фраза, которую пока сильно мира собой не заметили. Вот. Если у человека нет своей земли, у человека нет родины. А вот когда-то дойдет. На этом вторую серию заканчиваю, а все еще впереди, друзья. Все еще впереди. Если бы вы знали, что там будет твориться, я, вот поэтому слово сенсация, оно еще впереди. Ну что, останавливаю. Вторая серия.